конце июля зима не за горами, считают городские власти. Подготовка коммунальщиков к работе в осенне-зимний период стала темой очередного заседания администрации Ставрополя. Как прозвучало, профилактический ремонт на основных объектах уже идет полным ходом. Пристальное внимание городских властей по-прежнему вызывает электрохозяйство. Нужно не допустить прошлогодней истории, когда из-за аварии на подстанции «Северная» значительная часть города осталась без света. Некоторые дома на несколько дней лишились отопления. Из 240 миллионов рублей, направленных на выполнение инвестиционной программы, ОАО «Ставрополь-Энергоинвест» освоено 36 миллионов рублей, что составляет 15%. Для улучшения надежности электроснабжения северно-западного района в настоящее время западными электрическими сетями проводятся работы на подстанции «Северная» по замене силового трансформатора Т1 мощностью 25 мегаватт. На более мощный трансформатор на 63 мегаватт. С учетом опыта прошлого сезона теплосеть приобрела передвижную модульную котельную, работающую на дизельном топливе. Она станет резервным источником теплоснабжения на случай непредвиденных ситуаций на стационарных котельных, которые как раз сейчас ремонтируются. Для подготовки к предстоящему отопительному периоду предприятию необходимо подготовить 76 котельных, 228 километров тепловых сетей, выполнить ремонт 7 котельных, заменить 2,4 километра магистральных тепловых сетей и тепловых вводов. Затраты на подготовку объектов теплоэнергетического хозяйства города составят более 173 миллионов рублей. Еще один важный блок – подготовка к зиме более 2000 многоквартирных домов. Предстоит отремонтировать кровли, тепловые узлы, выполнить промывку систем центрального отопления, утеплить лестничные клетки, подвалы и чердаки. Андрей Джадуев поставил задачу главам районов взять под особый контроль проведение этих работ и обеспечить своевременное получение паспортов готовности к отопительному сезону каждым многоквартирным домом. Провести на базе районов серьезные совещания по подготовке к земле. Причем туда подключить в первую очередь, это ССЖ, которые в основном живет у нас, работает и никогда понимают, не всегда понимают, что вообще надо сделать, то, чтобы подготовить этот дом. При этом глава администрации подчеркнул, что при планировании работ самое серьезное внимание необходимо уделять новым микрорайонам. Андрей Джадоев напомнил, что для Ставрополя стало нормой первым в регионе получать паспорт готовности к новому отопительному сезону, и нынешний год не должен нарушить эту традицию. Марк Реклинский, Иван Дацунов, АТВ, Ставрополь.